В дежурную часть полиции Ленинска-Кузнецкого обратилась женщина, которая сообщила, что знакомый похитил из ее квартиры кошелек, в котором находились денежные средства в размере около 6 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 28-летний местный житель. Полицейские выяснили, что злоумышленник делал ремонт в квартире у потерпевшей. В этот раз он пришел к ней, чтобы одолжить денег, однако получил отказ. Визитер узнал, где женщина прячет наличные, достал из шкафа кошелек и похитил его. Чужие деньги он потратил на покупку алкоголя, а кошелек выкинул. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Согласно санкциям статьи обвинения, максимальное наказание составляет 7 лет лишения свободы.